Друзья, всем привет! Ура! Все здесь, все на месте. Вот они тут уже с Сэмом общаются потихонечку. Привет, здорово! Ты кто? Я Рудик. Да? Вот так. Тут Люся подтянулась поприветствовать нашего нового рыжего кота. Рудик. Рудик. О, так потягушечки проснулись только что. В общем, все на месте. Был Айболит. Просмотрели. Мы немножко на лапку уже становимся. Ой, извините. Там надо было кое-что облизать. В общем, все нормально. Потихонечку идет на поправку. Рудик. Пойдем. Вот такое. Надо поваляться по бетону. Ты где это посмотрел, а? Котейка. Ну, и Люся подтянулась тут то же самое. В общем. Ой, господи, тихо. Испугался немножко Рудик. Что там бумкнуло так здорово. Да, Кисюня? Ну, тут Сэмик прошуштил. Не сильно испугался? Нет. Кто там? Кто там, Рудик? Столько раздражителей всяких. Там где-то пила работает. Там где-то еще что-то. Испугался котик немножко. Ну что, бывает. У нас такой город, что пока не сбывает, иногда шумно. Вот такой. Только что гречечки умолотил. Проснулся. Положили кашки гречневой. Ну, гречечка, гречечка. Что ты, прыскок? Все, уже забыл, что было громко. Ну, друзья, бывает такое, что от этого никуда не денешься пока. Рудик, Рудик, Рудик. Он знает, что он Рудик. Рудик. Кисюня. О, аж на задние лапы пристал. Вкусный клевер, да? Вкусный, сладкий. Ну, как заяц кучит. Что-то там роется все время, что-то ищет. Все ему интересно. Так, вылазь отсюда. Жук. Так, заново. Рудик. Да, и как-то, вы знаете, вот это вы обратили мое, вернее, свое внимание на вот эту зеленую траву. Действительно, в такую жару сегодня 37 градусов было. 37! А трава зеленая. Да, феномен. Оп! Попрыгает. Так, ладно, друзья. Пусть немножко еще погуляет. Яблоки потихонечку растут. Уже смотрите, какое. Вот моя рука. И вот уже какое яблоко выросло. Вот этот фу. Пусть, как говорится, растут. Я сюда подливаю раз, два, в три дня ведро воды. Вот это тина. Это тина такая образовалась в ванне с водой. Ну, будем надеяться, что отведаем яблочки вместе с вами. Сидит Сэмик на краю ванны. Сэм. Привет. Еще раз. Ой, да хорошо. Ой, продолжай. Не останавливайся. Балдеть. А у него хвост прямо над водой. Я думал, он в воде. Да, Кися?
Да, тут сейчас надо будет полить обязательно. Вот эти заросли помидорные. На той стороне слышно, как резвятся дети, детские голоса, охлаждаются. Но я не уверен даже, что вода может как-то охладить. Включили сирену. Вот это такое. О, уточки вон пиликают. Да не бойся, не будем мы тебя ловить. Поднялся ветерок. Ну, ветерок, честно говоря, не спасает вообще. Жарко, жарко, друзья, с ума сойти. Вода чистая. Обалденная. Ветер не поменялся. Как был восточный, восточный ветер и остался. Вот. Говорит, Фима, правда, что у тебя забрали бандиты все золото? Да, забрали, ты знаешь, все золото забрали. И что говорят, ты им просто отдал? Ну как просто отдал? Паяльник в одно место вставили. И что, ты прям все отдал сразу? А что, ждать, пока мне свет накрутит? И вот ценник идет. О, еще одна штука включилась. Вот так и живем. Красовой ломой. Ладно, друзья, всем мирного вечера, тихой пятницы, всем мира, добра. Остаемся на связи, друзья, всем пока.